Облязов, твои дни предрешены. Ассаламу алейкум. Тут вот в сети появился такой Мухтар Облязов. И вот он там сидит, короче, за границей и людей наших травит, короче. Типа власть плохая, там то все, короче. Ну, конечно, есть проблемы у государства. У любого государства есть проблемы, не только у нас. Но в целом-то обстановка здравая, нормальная. И этот тип, короче, всегда там что-то за бугром сидит, призывает к революции. Там он что хочет, беспредела, что ли, в стране. Ну и что, сейчас выйдут там жены, там, мужья их, ну по мозгам получат. И что дальше? Что, вопрос решился или нет? Допустим, ну, для молодежи все есть, все открыто. Хочешь, развивайся, хочешь, иди работай. Ну, я не знаю, но много же чего вариантов есть. Не получается у тебя там где, там, в Талдыкургане, в Кустанае, там, в Павлодаре. Ну, приедь в Алмату, поприедь в Астану и здесь попробуй, да, себя попробуй. Может, у тебя здесь получится все, и ты скажешь, я люблю Казахстан, я люблю там, да, Нурсултана Бишевича, да. Ну, хорош уже гнать, короче, там, Мухтар, там, ты завязывай, я на натуре, да, все классно в Казахстане. То, что ты там говоришь, это вообще не так. Я же все четко. Все мы, ну, молодежь сейчас работаем, двигаемся там. Все классно. Для предпринимателей дороги везде открыты. Я не знаю, о чем ты там говоришь. Если человек сам тупой, да, он не встанет с дивана, понимаешь? Ну ты хоть что ему там расскажи. Ну он тупой, что поделаешь. Я же. Потом настанет время, он задвигается, короче, понимаешь? Мухтар, если ты такой дерзкий вообще, такой дельный на разговоре, давай вот с тобой дебаты как-нибудь организуем. Я тоже хочу поделиться вот многими, что я увидел, мой личный опыт, да, короче. Хотя у меня там возможности не такие, может, большие были, но все же. Давай вот с тобой, Мухтар, короче, дебаты устроим, ты и я, и посмотрим вообще, кто прав, кто виноват, кто на что, какие вопросы ответит. Давай вот, коли ты такой, ну, дерзкий мужик. Даст Бог, очень будет у нас хорошо. Ha ha!